У Ивановской области появится свой гимн. Депутаты областной думы утвердили положение о соответствующем конкурсе. Победитель получит денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Средства предусмотрены из внебюджетных источников. Готовая конкурсная работа должна представлять собой звукозапись текста, положенного на мелодию. Участвовать в творческом состязании могут как профессиональные композиторы и поэты, музыкальные коллективы, так и отдельные граждане. Текст гимна должен отражать страницы прошлого и настоящего Ивановской области, вклад региона в историю российского государства. Каждый участник может представить несколько вариантов гимна. Конкурс продлится до 1 июня этого года. Ознакомиться с детальными положения можно на сайте Ивановской областной думы.